Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня мукбанг вдвоем с Дашенькой. Будем кушать пирог, который приготовила наша бабушка. Вот передала нам, мы решили его попробовать. Да? Тут Леша, правда, пальчиком уже ткнул. Ну, ничего страшного. Бабушка в своей форме нам тут передала. Нас папа с Пашей на футбол поехали. Так, похоже чем-то на брауни похоже, да? Да. Если удобно, можешь... О, тут даже орешки, что ли, или что-то такое. Подожди. Не, это какая-то начинка, кажется. Или это орехи. Короче, сейчас попробуем. Еще у нас, что это такое? А, это цукаты. А, то есть это цукаты. А, это изюм. А, изюм? Белый? Белый изюм. Угу. Так. Сейчас вам покажем в разрезике. Вот такой. Угу. Шоколадный пирог. Ну, сюда можно, бумажечку вот так вот. Оп, чтобы не шуметь. Так, ну сейчас попробуем. Потом Паша, может быть, придет, занятия попробует, если захочет. Сверху вот так вот. О, яркий стал. Можно украсить так, по желанию. Прикольный к чаю, вкусненький, да? Угу. Пирог. Сверху глазурь. У нас погода за окном. Не знаю, непонятно. Угу. Каждый день снег. Вот сейчас опять снег идет небольшой. Но он заканчивается. Тут же тает. Последствия за собой сильно не оставляет. Сугробы. У нас уже все. Да, потихонечку. Теперь не сугробы, а лужи. Да, вот мы сегодня с Лешей днем, ну как днем, часов, в начале 11 пошли утра с ним гулять. Перед сном я с ним решила сегодня сходить погулять. Мы сейчас спим дома, пока холодно на улице. Вот, и лужи были все замерзшие. Вообще все. Конечно, потому что утро. А я ему сапоги одела резиновые, думала, он сейчас по лужам, он любит по лужам шлепать. Это вот. А он наступает, а там лед, он ничего понять не может. Что с лужей, почему она какой-то коркой покрыта ледяной. А он там нашел во дворе, вот в том, где карета, там целое море разлито, там такая огромная лужа. Ну там она всегда, каждый год. Ну и покрыта все ледяной коркой. И он туда так рвался. Но опасно же, все равно пойдет, не дай бог, еще провалится. А там она очень большая, глубокая, прям, не знаю, целый океан. Я, конечно, ему не разрешила, но он послушный. Я ему говорю, нельзя. Помнишь, как она слово нельзя понимать. Трубу прорвало? Помнишь, там большая лужа была? Сейчас то же самое сейчас там. Тоже прорвало? Ужас. Ну, там до сих пор такая лужа большая, вот. И мы решили с Ариной пойти через юность, так вот обойти, там, где забор. И там была большая лужа, там шла Полина Ковалева. Ну, просто Полина. Вот, и она, там был лед, такая маленькая лужа, она наступила туда, там был лед. Начала прыгать, провалилась вся насквозь мокрая, и портфель, и лицо, и все. Как насквозь, головой, что ли? В смысле, там такая лужа глубиной с ростом? Нет, вот такая, она просто упала. Упала просто. Упала. Потом она встала и опять упала, потом побежала домой. Это когда было? Сегодня? Сегодня. Ужас. Но не смешно, куда она ушла, мы смеялись. Но если бы она не упала бы плашмя, она была бы сухая, да? Она просто так подскочила. Нет, ноги бы были сухие. Все, сухого кроме ног. Просто неудачно упала, да? А ты что, видела это? Там была я и Арина. Потом мы встретили Соню и Ксюшу. Мы ее рассказали, мы начали четверо смеяться. Интересно, завтра мы... Синяком придет. Ну, теперь она будет знать, к чему это может привести, да? Мама, наверное, поругает ее сильно.
После школы погулять решила. Попрыгать. Слушай, а ты что, после школы шла, еще лед было на лужах? Нет. Ну там только на Чикопольце, вот там тоненький лед. Мне кажется, Паше понравился пирог. А его руками можно даже есть, да? Смотри. Так даже удобнее, не? Хочешь, ложку ешь. Он не рассыпучий. Похоже, что, наверное, это какао бабушка растопила. Или шоколадка. Сверху это, по-моему, шоколад растопленный. Кто идет? Где? От глазки? Делаем малюсенький вот крошка-носик. Было с самого начала делать. То места под рот нет. Две. Ну вот, маленькая улыбочка. Маленькая. Типа тут это вкусная улыбка. Угу. Прикольный пирог. Можно вон ягоды еще украсить. Что-нибудь сделать. Полезно. Вот решили вместе с вами чай попить сегодня. Вообще пирог этот еще вчера бабушка принесла. Но вчера Паша поздно вернулся с занятия. Мы не стали. Поужинали, спать легли. Вот, кстати, когда у нас идет урок, Татьяна Александровна выходит с класса, все начинает разговаривать. Ну, так всегда. Да, так всегда, у всех классов. Угу. Вот, она сказала, сидите тихо, едем на первый этаж к директору. Все замолчали, ни одного писка нету. И услышали это слово. Услышали слово директор сразу, да? Угу, замолчали. Все ждали, пока она не придет молча. Угу. Ну, так шептали, да, чуть-чуть? Ну, Таша, что, так директора боится? Все. Всем классу у нас строго. Что уже Полина ходила? Да? Директор ее отправляли. Уж она то забывала, то не сделала. Да что, правда? Она говорила то, что она ходила. И даже Татьяна говорила, угрожала. Угрожала? Ну, типа, пойдешь к директору. Да? Ну, исходит, ничего страшного. Поговорит с ней спокойно. Даже не к президенту, а все же директор. Mm-hmm. Ничего страшного. Ты что, боишься так директору ходить? Я ни разу не ходила. Вот я боюсь. Боишься? У тебя еще все впереди. Сколько еще лет учиться? Представляешь? Даша, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 еще, может, в 11 пойдешь. Знаешь, сколько лет еще? Я 10 пойду и все, закончу школу, не буду дальше учиться. Ну, тогда в 9 пойдешь закончишь, потому что после 9 так же уходит. Слава богу, 9, все. Да зачем тебе? С 9 уйду. Зачем? Может, до 11, я же до 11 класса. Что здесь, 9? Что ты, глупее меня, что ли? Я не хочу. Хотя, знаете, сейчас такая программа, обалдеть. Ну, сейчас они все это проходят по русскому, по математике. Андаша в третьем классе. Ой, господи, у них какая-то она... Бегут вперед поезда. Вот, серьезно, вот у них все правила, которые вот они сейчас проходят, мы, помню, в пятых, шестых классах проходили. Английский так вообще у нас с пятого шел, у них уже со второго класса. У них они как-то вот все вот эти правила, все темы, которые они сейчас изучают, они в третьем классе мы этих точно правил еще не проходили. А падежи вы? Падежи точно нет. Это было в более старших классах.
И падежи, вот они вот сейчас, ну, давно вот слова разбирают по звукобуквенным, вот этот анализ. Мы тоже это вообще, помню, чуть ли не в самых там последних классах разбирали. У них же в третьем. Я не знаю, это что такое за программа, бедные дети. Ну, таблица умножения, да, там, помню, третье, четвертое, да, это точно было деление, умножение. Ну, задачи по-русскому, да. Вот. Нет, у нас теперь деление трехзначных чисел не пошло. Этого точно не было. В третьем классе. Да. Несправедливо. У вас что-то как-то, ну... Я помню вот прям точно, я даже помню, как я в третий, я помню третий класс. Я помню, как я сижу на первой парте. На первой сидела? Возле окна, а там меняли тоже постоянно. И я помню, как мы проходили тему деления. Вот, допустим, 45 разделить на 5. У нас эта тема была. Я прям помню, третий класс. Ну, подожди. Ну, нас так учили этому. Ну, так вот, а мы... Ну, вот мы тоже так. Ты бы так показал. Ну, это я так просто нарисовала. И я помню, как я сидела и ничего не понимала. Ну, это было первое занятие было, нам, как она объясняла. Я там, помню, что-то пыталась, что-то я сидела, решала. Ничего не получалось. У меня тоже туго с математикой было. Я... И... Что-то... Деление столбика вообще я не понимаю. Только умножение столбиком понимаю. Да? Вот сейчас пойдем. Я все поняла, что ты не понимаешь. Как это ты не понимаешь? Не понимала. Отмазалась, скорее. Не понимала. Сейчас пойдем понимать. Надо понимать. Посмотрю, как ты понимаешь. Надо понимать. Я так понимаю. Сейчас проверим, как ты быстро понимаешь. Вот умеет отмазаться вообще. Я кусочек съела у него. Хочешь, отрежу тебе? У него есть дом сытый. Да, сытный. Знаете, в последнее время вообще не тянет на выпечку, не знаю. Ну-ка, убери нога за ногу. Что за привычка нога за ногу сидеть? Не знаю, да. Я вот так сижу, вот так внутри. Даш. Потом вот так. Вообще выпечка это... Не есть хорошо, конечно. Не надо увлекаться ей. Сколько находила каналов, я там даже скринила рецепты, готовка всяких полезных вкусняшек, выпечки, десертов, без сахара, без яиц, без муки. Там чисто основывается на приготовлении сухофрукты в основном, это овсянка, там также печеньки всякие, пироги там. Пироги в пирог. С овсянкой, помню, там, курага, изюм. То есть сладость придает вот эти сухофрукты. Без сахара. Ну, это и полезно, это и хорошо. Короче, наскринила, немножко принесу, соберу, сделаю. Там, на самом деле, все просто делаю. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.